Привет, друзья. Вот такая идея. Значит, у нас есть в стране очень большие проблемы, от которых зависит жизнь каждого из нас, и наших детей, и наших внуков. Короче говоря, я принял такое решение, и сейчас у меня в iPad нет. Ну да, здесь вот Влад, если позвонит, я ему нажал кнопку, чтобы он позвонил. Наш Влад Орлов, который мне помогает сейчас. В данном случае мы будем устраивать, знаете что, такую потрясающую вещь, как мозговой штурм. Ну, в следующем видео я объявлю, какого числа будет мозговой штурм. И мы сейчас из всех участников нашей школы, еще кто запишется к нам на канал, на ютубе, я вам в нескольких роликах в подготовке к этому мозговому штурму буду давать какие-то приемы такие вот. Те из ключа, те, которые новые элементы, да, и вы будете их пробовать, проверять, как это получается. Короче говоря, я буду вас готовить к мозговому штурму, чтобы во время мозгового штурма мы на зуме там или в тильде, или как-то, вот Влад там придумает технически, как это сделать, чтобы все участники, кто захочет, да, и вот выберем какую-то до этого какую-то проблему очень важную, и все участники, это такая техника потрясающая, чтобы все участники стали единым коллективным мозгом, и имея эту волнующую всех проблему по принципам мозгового штурма, где происходит синергетический, неконкурентный диалог. Вместе все в другом регистре психологического состояния, а я вас научу этому, скажем, следующим роликом я буду учить вас. И это одновременно бесплатный ликбез против стресса, и это одновременно очень интересная затея, это такой чудесный проект. Короткие видео я буду делать каждый следующий раз, и вы, пожалуйста, подключайте туда больше своих знакомых, потому что будет мозговой штурм в результате. В сентябре будет мозговой штурм. Ну, дату я потом еще объявлю. Да. И мы все вместе в таком, ну, как единый мозг, как единый мозг решим этот вопрос. Да, и у нас родится неординарная идея, которой вообще не было. И вообще вы до этого мозгового штурма даже представить себе не могли, допустим, что такая идея появится в коллективном мозге. Да. Коллективный мозг мозгового штурма это будет моделировать, как работают две половины нашего мозга, когда мы принимаем необычайные решения. Да. Иногда инсайты такие у нас происходят, озарения происходят, изобретения происходят. А я вас к этому буду готовить. К этому мозговому штурму. Об этом в следующих роликах и приемы будем делать, и подготовку вести, и потом, наконец, объявляем. А заранее говорю, что это будет в сентябре, ну, где-то в середине сентября, сам мозговой штурм. Еще что я хочу параллельно сказать. Дело в том, что сейчас, по нашей затее, я попросил Влада, он делает магазин для картин. Это изображение. Это изображение, которое каждый человек сможет, ну, там у себя на месте, в каком городе он живет, распечатать на холсте по своему желанию, да, распечатать на холсте и иметь эту картину. Но для этого я самые лучшие изображения мы с Владом сделали. Это 50 изображений картин, 50, это не одна. И вот в этом магазине человек может купить за очень маленькие деньги, доступные всем, купить. Почему мы специально так делаем, чтобы больше людей могли это приобрести? Потому что там же будет и записана методика, с помощью которой можно эту картину, этот образ использовать для того, чтобы входить в состояние такой особой медитации ключевой, в котором происходят оздоровительные процессы в организме. Да, и развиваются творческие качества. Но это супер-супер. То, что мы придумали, это супер. Потому что у нас школа такая суперская. Поэтому у нас вот мне вчера звонил человек и говорит, слушайте,
Я удивляюсь, я, говорит, много-много знаю психотерапевтов, психиатров. Они иногда такое, говорит, гонят там, обещают там такие вещи, а вы, говорит, на эти больные точки не нажимаете. Вы не обещаете сразу сделать человека богатым, вылечить всех от рака, а вы говорите нормальные, искренние вещи, развенчиваете всякие мифы, всякие фокусы. Мне очень приятно было его слушать, если он будет смотреть видео. Привет тебе, привет. Молодец какой. И он говорит, я удивляюсь, почему у вас такое маленькое количество, 36 тысяч всего подписчиков, а вам надо 500 тысяч, потому что вы, говорит, отрезвляете людей и даете им полезное практически. Вы же мне сказали, и, конечно, меня это поднимает, а как же? А вы бы услышали, что ваша работа дает пользу людям, ну, конечно, вы бы тоже обрадовались. Но я обрадовался, я очень благодарен этому человеку, да. Да, и вот таким образом буду готовить к мозговому штурму. Есть у нас волнующие задачи. И вот одна волнующая задача у нас по ходу. Мы сейчас с Федором Макаровым выпустим на Ридерро такую книжечку. Она будет для всех бесплатная. Бесплатная для всех. Но идея в том заключается, что мы все подумаем совместно, как ее быстро распространить, потому что эта книжечка называется «Национальная идея России. Генератор будущего». Да, образа будущего сегодня никто не имеет. Весь мир, и наша страна в том числе, в точке неопределенности, так называемой буйфуркации. Бифуркация – это когда все вот так вот кувырком, и нет никакой ясности завтрашнего дня, и нет образа будущего. Ни одна страна мира пока еще не выдала, а мы выдаем генератор для создания образа будущего. То есть я сам не знаю образа будущего, как и все в мире. Но я знаю, как сделать этот генератор, с помощью которого можно создать этот образ будущего. Вы представляете? И наш мозговой штурм, который мы проведем, это модель, да, живая модель, да, ну это очень интересно, все взаимосвязано между собой. И генератор образа будущего, как национальная идея России, какую Россия могла свою генетическую, историческую миссию выполнить, быть мостом между Западом и Востоком. И там, и здесь, когда мы проводим мозговой штурм, механизм на методе ключ. Да, это очень интересно. До здоровья с развитием творческих качеств, потому что человек будущего, безусловно, будет более здоровый, более способный управлять своим нервно-психическим состоянием, лучше выживать, использовать энергию стресса для собственных достижений, а это наивысшая из энергий. Такого тоже никогда в мире не было. Все обычно связаны со стрессом, все пытаются его снизить, погасить, а мы как использовать эту мощнейшую из энергии? Это же, конечно, для человека будущего. А мы и есть люди будущего, наша школа человек будущего. Короче, все к одному. Вот что замечательно. Поэтому готовимся к мозговому штурму, да. А вот для тех, которые хотят сейчас как бы в конкурсе таком условно поучаствовать, они получат одно изображение вот этого будущего магазина из 50 изображений с методикой медитации специальной, особой, ключевой. Конкурс такой, условно объявляю. Да. Кто захочет, кто больше сайтов, кто больше этих, кто раз больше нажмет на эти, как это называется, лайки, господи. Да, и кто больше 4 слов напишет, хотите критические замечания, хотите предложения, хотите идеи для мозгового штурма, что вы хотите, мы в середине сентября на этом мозговом штурме, которому я вас подготовлю, как специалист-психофизиолог, не просто так. Какую идею? Может быть, вы хотите заранее написать? Пожалуйста, пишите. Пишите там комменты, это заодно продвигает нашу школу, привлекает больше участников. Я хочу, чтобы то, что мы делаем, было доступно каждому, чтобы наши дети не болели, чтобы наши дети были более здоровыми, лучше.
круче управляли собой. Ну вот что я хочу. Вот смотрите, я вам наговорил столько вещей, столько у нас планов, а по существу один. По существу один. Готовиться к мозговому штурму, потому что я вот короткими видеороликами буду вас обучать состоянию изобретателя. Это потрясающе. И вы это сможете использовать и в бытовых вопросах. Да. Как лучше решить тот вопрос или этот вопрос, как купить лучше в магазине это или это, за меньшую цену, но лучшего качества. Ну, во всех бытовых вопросах. Как легче подружиться, помириться, как наладить гармонию с собой и с миром, и с друзьями, расширить круг общения. Ну что, потрясающе, изобретательское мышление. Если вы посмотрите на стену в школе «Человек будущего Homo Futurus», там написано и развитие изобретательского мышления, и озарение по заказу. Да. У нас много там на стене написано. Посмотрите, и сайты наши «Стрессу», посмотрите, и сайт наш «Хасай.ру», посмотрите. Владу я говорю еще раз спасибо. Молодец, Влад. Да. Катя там, Головина, Рина наша, она там в Украине выставила видео, она мой ученик, скоро вся Украина будет у нее учиться, методу ключ, да, дай Бог, Господи. Всех поздравляю, потому что мы идем в правильном направлении, мы находимся в струе развития. Мы развиваемся без всякой лжи, без всякой ненужной накрутки на нашем сайте, поэтому у нас не 500 тысяч подписчиков, а 36 чем-то тысяч. Да, это очень мало, поэтому давайте увеличивать это число, увеличивать. Делайте не меньше 4 слов коммент и лайк, смотрите наши сайты, да, да. И очень хорошо все будет. Наше будущее в наших руках, мы окно в будущее, потому что мы находимся именно в струе эволюции, потому что эволюция движет все-таки с медленными или с большими ускорениями, выводя людей из точки бифуркации, все-таки выводит на то, что человек будущего будет все-таки более совершеннее, здоровее и счастливее нас. Иначе наши труды не имеют никакого смысла. Да, друзья, до встречи.